Здорово всем. Вот после такого, можно сказать, длительного перерыва мы с вами снова встретились. И я планирую стримить еще, конечно, проходить киберпанк. Но завтра у нас, в воскресенье, у нас запланировано дальше прохождение Baldur's Gate. Естественно, мы его не забросим, просто немножко мы так разбавим наше прохождение киберпанком. То есть мы как закончим Baldur's Gate, пройдем киберпанк, возможно, может, пройдем дополнение, я еще точно не уверен, но будем проходить мы, естественно, эту игру на самой высокой сложности. Как в описании, мы будем с дробовиком. Это очень фановая такая сборка. Раньше я помню, еще как только началось, то как только вышла эта игрушка, хоть она и была забагованная, но билд мне тогда понравился, что я просто влетал в толпу. И тоже, кстати, на последней сложности играл, и я последний, типа, этого, какого, блин, этого робота, полностью прокачанного этого типа с дробовика просто насиловал. Ну, давайте приступим. А завтра мы с вами, короче, продолжим проходить Baldur's Gate. Сегодня у нас небольшой такой чиллаут. Последняя сложность. Давайте, мне нравится Дитя улиц. Давайте отсюда начнем. Вот, естественно, у нас же Чумба. Мужской голос, цвет кожи так. Надо выбрать морду лица. Так, вот так повернуть бошку. Это уже готовые варианты, да? Ладно. Цвет кожи. Так вот, так проще будет. О, ну такой плюс-минус, да. Тип кожи. Грязь какая-то. О, тут чистенькая такая кожа, ухоженная. Прическа. Да, с прическами тут, конечно, сколько раз я смотрел, тут прически нет. Так, подожди. Да, морда, конечно. Ладно, хер с ним, короче, пусть будет это. Этот волос. Урода не хочется, надо создавать, хочется какого-то классического типа, такой порядок под чем-то, какого-то глаза. Вот так выбираем. Пойдет цвет глаз, а мы жахнем такое. Уставший работяга. Ну, так. Уставший работяга, короче, или под чем-то. Брови так. Постоянно забываю. Не, ну без бровей точно нет. Вот это пойдет, цвет бровей. Пойдет-ка. По-быстрому так. Цвет ресниц нам не надо. Нос, выбираем нос. А руки убери, я не могу посмотреть. Ладно, пойдем вот этот возьмем. Рот. Ой-ой. Так, что ж такое выбрать? Ну, вот это пусть будет. Челюсть. Убери руки. Идет. Уши не в растопырку. Так, борода.
На, как видите, особо так выбора нет. Стиль бороды надо. О боже. На. Ну не. Давайте ему, короче, такие усики красивые сделаем. Где? О, вот эти усы. Цвет бороды. Что у нас получается? Хипстер какой-то. Ладно. Так, шрам. Так, татуировки возьмем. Орешник, гречник, так. Так, стоп, татуировки на лице. Давайте вот это возьмем. Пирсинг. No way. Зубы. Зубы обычные пусть будет. Макияж нет. Нет, макияж такого. Не, ну это уже не надо. Изъяны. Давайте изъяны посмотрим, что у нас есть. А, почки какие-то. Ногти короткие, цвет и тоже. Ладно. Татуировки на теле. Идет. И пару шрамов добавим. Так, так как у нас получается с дробовиком, то нам надо. Я жахну на максимум на силу. Также я, короче. У меня будет такой план. Я, короче, буду вешать ослабление на врагов, чтобы они там, короче, увеличить свой урон на противников. И буду влетать. Так как мне, ну, естественно, можно заработать нормальные бабосики на взломе точек доступа. Так что... так, делаем так. 5. Это особо не покайфуешь. Но, смотрите, мне нужно будет... Вот так передвижение. Блин. Так, быстрота движения, а тут у нас скрытое убийство и передвижение. Скрытое убийство, не реакция должна быть, так как нам начальную там усилить бег надо. Так, ладно, интеллект. Ладно, давайте интеллект тоже на четверочку поставим. Техника. Техника нам тоже нужна. Это нам бронь, импланты и все такое. Это нам надо. 4-4-4. Однокровия нет. Мы им пользоваться не будем. Ну, интеллект жахнем. Вот так вот. Это наш билд будет начальный. Да. Наивысший. Сейчас я в описании поменяю, чтобы добавлю, что это максимальная сложность. О, ну что, давайте начнем. Вот обезболивающий.
Блять, уёбок. Все в порядке, Армано? Какой-то хуило захотел моих денег. Я разобрался. Что, кто-то с района? Назови хоть одного такого борзого у нас на районе. Слушай, Ви, нарисовалась проблема. Серьезная. Говори уже, давай, что у тебя там стряслось? Я, ну, задолжал Кирку. Если ты завтра не отдам, он мне ноги переломает. А с ним вообще лучше не ссориться. Его картели прикрывают. Ты взял взаймы у Кирка? Он же ебаный ростовщик. Каждая крыса в Хейвуде это знает. У меня это брат откинулся, надо было его встретить. Сам виноват, знаю. О, отсылочка. Никак ты, блядь, не научишься, Ведьмаку. Когда же ты поумнеешь, Пепе? Надеюсь, у брата твоего все в порядке. Корявый перевод. Ну, пока вроде справляется. Так ты мне поможешь? Естественно. Я поговорю с Кирком, а ты мне потом будешь должен. Так, не надо мне обучение. Он ведь хороший мальчик, только шалопутный. Короче, у него свои демоны. Так, не болтай. Они терзают. Короче, народ, у меня этот. Я выставил себе усиленную сенсу, как видите, для замеса. Для активных замесов, для поворота, там все это. Я. Ширабас. Так, привет, Кирк. Привет, Кирк. Есть дело. Ви, какие люди! Выкладывай, что тебе надо. Пепе просил с тобой поговорить. А он сам что, стесняется? Так ты скажи ему, что я не кусаюсь. Пока что. А тебе хули надо? Сколько он тебе должен? Очень много. Точнее сказать не могу. Конфиденциальная инфа. Только не говори мне, что у ростовщиков появились принципы. Ну, блядь, прикинь, чудеса случаются. Перенеси срок, а? Он все вернет. Ему просто нужно больше времени. Я что, по-твоему, благотворительный фонд? Если ты занимаешь, то будь добр отдать с процентами. Он, блядь, знал, на что подписывается. Да из чего мне давать поблажки ебанатам, которые не держат слова, а? Дело не в нем. Просто я об этом тебя прошу. Ну, ты меня знаешь. Я человек деловой. Скажи, что мне с этого будет. Вот что я тебе скажу, Кирк. Мне кажется, ты иногда забываешь, что ты ведь не местный. Ты приезжаешь в Хейвуд с гастролями, а живешь-то в далекой-далекой Пасифике. Это ты сейчас к чему? К тому. Я бы советовал тебе включать мозг, прежде чем наезжать на кого-то из местных. Хм. Ну, можем кое-что придумать. Это что такое? Что это такое? А ты глянь. Окей. Клевая тачка, да? Во всем городе таких всего 4. Одна у директора Рейфилда. Вторая у мэра Райана. Третья стоит в пункте проката. А четвертая? А четвертая скоро будет у моего клиента. Конечно, после того, как ты ее угонишь. После этого вы с Пепе будете в расчете? Само собой. Я свое слово держу, ты же знаешь. Все просто. Угонишь для меня этот... Рейфилд. Спешу долг Пепе. И тебе тоже что-нибудь подкину по доброте душевной. Мой человек Рик работает на парковке углей. Это клуб, где бывает хозяин Рейфилда. Каждый вечер пятницы он там как штык. Как только ты придешь, Рик выключит камеры, откроет ворота и вперед. Тебе останется только сесть в Рейфилд и укатить. Все просто. А кто владелец? Да какой-то японец из Арасаки. Приехал, раскидывается тут деньгами направо и налево. Как его зовут? Не знаю, да и похуй. Мое дело искать редкости, а его тачка эпически редкая. План говно, если честно. На толковый план не похоже. А на что похоже? На то, что ты пытаешься найти лоха. Это не подстава, Ви. Ты же парень умный. Неужели не хочешь немного подзаработать? А этот твой Рик? Я доверяю ему как брату. Как ты себе это представляешь?
Я влетаю под пузо этому Рейфилду, замыкаю провода и дальше еду куда хочу? Кирк, у таких машин есть сигналка. Кстати, очень хорошая. Вот этой вот хреновиной открывают двери в сервис-центрах Рейфилда. Она обходит идентификацию личности. То есть это ключ от всех Рейфилдов в городе? Да ладно, Кирк. Ты ведь сам в это не веришь. Волшебники из Кабуки и не такую технику продают из-под прилавка. Укрепись в вере, брат. Так что, согласен? Да. Согласен. Молодец. Я же говорил, что ты умный. Езжай в угли, это в Глене. Рик будет ждать тебя в гараже. Договоритесь с ним обо всем. Удачи там. Если что, я всегда на связи. Так. Мелон не будет драться за пояс. Не пизди. Этот каброн лучший в своем весе. Ну, Смита и Рунам... Тяжелый сукин сын. Так, блядь, а чё это я не вижу ни лимонов, ни лаймов, а? Тут они где-то, точно. Да ладно. Колоритные люди. Ой, блядь, один туда пошел. Подайте мелочи ветерану. Давай, мелочи. Кибернетический бог пожирает своих детей. Кликни своих людей в Санто. Пусть приготовятся. Да, падре. Ну надо же, кого я вижу. Ви, давно не виделись. Не знал, что ты в городе. Да, дом, милый дом. Так, сейчас, секундочку. Себастьян и Бара ничуть не изменился. Никто уже не называет меня по имени. Я и сам его почти забыл. Как дела, падре? Да все так же. В Хейвуде ничего не меняется. Ты лучше о себе расскажи. Я вернулся из Атланты пару недель назад. Вижу, что дома тебя уже встретили. Как там, на востоке? Расскажу как-нибудь. Мне сейчас надо по делам. Так давай мы тебя подвезем, заодно и расскажешь. Маркус, поехали. Тебя куда? В Глен. Подбросьте меня к углям. К парадному? Нет, к черному входу. Я покажу, где встать. Маркус, ты слышал? Ну как тебе старый добрый Найт-Сити? Заказы есть? Тут немного изменилось за последние 2 года. Это же Хейвуд. У него корни крепкие. И кровь их питает все та же. Ну, расскажи, как у тебя жизнь? Мелочь всякая, то тут, то там. Ничего крупного пока. Так что я справляюсь. Но спасибо, что спросил. Так что, Атланта оказалась не такой, как ты ожидал? Как видишь, я вернулся. Если бы ожидания оправдались, я бы остался там. Может, это все и к лучшему. Черт! А знаете, что мне напоминает вообще-то это все киберпанковское? Вот, был еще немножко такая этот призрак доспеха. Тупо вот так. Что вот такое? Ничего. Посмотрите, старенькая, но она офигенная. Даже фильм вышел с этой, какого, блин, с черной вдовой, который играет в Мстителях, короче, как я забыл. Ну, тоже нормальный, но. Себастьян и Бар. Оригинальный лучше. Похоже, мне сегодня повезло. Чего тебе? Разобраться. Раз и навсегда. У меня к тебе хорошее предложение, папаша. Ты уебываешь свисты и ребят своих забираешь с собой. Я отдаю тебе Глен, и мы квиты. Можешь спать спокойно. Ха. Видишь, какой я добрый. Еще ну? Хоть одно слово? А ты не лезь, я тебя не знаю. Я тебя тоже. А это значит, нихуя ты тут не стоишь и нихуя не можешь. Ну, что-нибудь еще?
Мне кажется, наш разговор подошел к концу. Берегись, Падре. В этом городе легко поймать пулю. К тебе это тоже относится. Марго, договоришься. Как видите, я точку всегда в центре экрана ставлю, мне так удобнее потом целиться. Но... Я рад, что ты не забыл свои корни. Держишься молодцом. Вокруг всегда полно таких недоносков. Они крутые, пока ствол не увидят. Что за чувак? Да неважно. Через неделю его не станет, зато появится другой. Он угрожал тебе оружием. Верно. И он за это заплатит. Мы почти приехали. Вот. Стань вон там. Так, не перебивай. Да, спасибо. Не перебивай. Дальше сам спущусь. Вот, на прощание. Твой номер? Может пригодиться. Вдруг мы с тобой еще поработаем вместе, как 2 года назад. Спасибо, Падре. Мне пора. Ну, с Богом. Так вот. Советую посмотреть «Призрак доспех». Это реально крутая штука. Я в то время, блин, так залип. Это было, конечно, давненько, но... Я вот недавно, когда Киберпанк этот вышел, и он мне что-то он мне напоминает, блин. Вот именно взломы, вот это все. Короче, не буду спойлерить, просто вот посмотреть. Ну, типа, вот, планет, город, мир, технологии, оружие, там, скрипты, вот это все. Это точь в точь. Это, ну, ну, это реально очень классно выглядит. И это было снято еще, я говорю, что 2000 или 90 какой-то там год. Был реально такой кайф. Ну, что могу сказать, ну, советую. Посмотрите, если вы фанаты киберпанка, то можно этот, как его? Ви, как дела? Я на месте. Ищу твоего человека. Рик отличный парень, отвечаю. Доверяю ему как брату. Да, ты уже говорил. Так, есть у способности, да? Секунду. Есть. Короче, и что вам хочу сказать. Раньше, как только вышел Киберпанк, то там была немножко, ну как немножко, совсем другая прокачка. То есть я после обновы, то я офигел просто. Вот смотрите, тут идет под дробовик, да, прокачка. И есть... Такое, как адреналин или там... Где там эта фигня? Это. То есть ты там себя напихиваешь за счет обезвреживания, убийств противника. Ты, короче, там... Вот. Прилив адреналина. Вот эта штука, короче. Это, вот это как раз прилив адреналина. Там было в хладнокровии. И в хладнокровии там было... Оно, типа, можно было вкачать так, что, типа, у тебя стакалось... Вот здесь, кстати, это все было. Вот этот прилив адреналина, короче. И он стакался. Там можно настакать было сначала до 3, а потом до 6. И потом у тебя была такая... Повышалась скорость бега, скорость перезарядки, короче, урон повышался, сопротивление урону, то есть, типа, там, к скриптам, к ну, типа, к пулям, ко всему. Короче, ты становился машиной для убийства, и, то есть, я там с дробовиком, я помню, носился. Это был просто, я... Как тебе вам объяснить? Это было просто жопа. Я там вбегаю с одной стороны, пух, а еще клипануть замедление, то есть, во время, там, прицела замедления и во время, да, вот, уклонений, замедления... времени, то там просто, я говорю, что... У меня был культовый такой дробовик-игла, который просто вот так вот их с двух тычки пу-пу. Кучность стрельбы была такая жесткая, что он стрелял на расстоянии, как автомат обычно, типа, штурмовой. И... Только ваншотил всех в голову, так что там без вариантов было. Вот я хочу вам показать, что из этого вышло, и... Попробую собрать этот билд, но уже на измененном дереве прокачки. То есть
Теперь можно полностью хладнокровие убрать. Я не собираюсь пользоваться при скрытом передвижении. А нафиг, короче, я не собираюсь скрытно передвигаться в основном. Видите, тоже, это тоже мне не надо. Ну, это может для каких-то там, если будут свободные там эти. Не буду. То есть, смотрите, на 1.25 повышает критический урон, то есть ради повышения критического урона, ну, не знаю. Лучше вкладывать сюда в интеллект, чтобы, например, каких-то бронированных роботов разбирать, которые дробовик мне, например, тяжело будет вблизи подходить. Нельзя будет подойти к ним, которые на тебя просто расстреляют. То можно будет их взламывать. А сила — это против тех, короче, мясных типов, которые не этот. Например, есть такие типы, которые нету имплантов, и они не взламываются. Вот против этих мы будем использовать дробовик. Реакция нам нужна для того, чтобы... для передвижения вот такого. Возьмем, короче, да, там. Скольжение, паркур. Вот это нам по-любому надо. Ну и техника нам, пойдем по этой ветке. Увеличение брони. И чтобы можно было себе побольше положить, короче, имплантов. Можно взять еще. Можно еще взять, короче, чтобы обновлялись гранаты и хилки. Раньше, типа, сколько было, столько ты жрал их просто нон-стоп. То есть у меня был, когда-то, помню, гранатами забитый этот рюкзак, и я просто так их выкидывал всю в толпу, короче, по очереди. А теперь у нас тут два раза можно кинуть, и потом КДшка, то есть, типа, восстановление. Будем экономить, как-то будем более тактичными. Ну, на это есть дробовик и скрипты. Кстати, тут добавили вот разгон, то есть... Будем комбинировать. Посмотрим, что получится от этого. Что там? Я от Кирка. Ага. Камеры я вырубил. У тебя 20 минут. Делай свое дело. Кирк, вижу машину. Твой час настал, малыш. Действуй. Сейчас протестируем это чудо техники. Маловерный ты человек. Видишь, мы богаты. Теперь заводи тачку и позвони мне с дороги. Подскажу, куда ехать. Ага. Похоже, проблем быть не должно. Вылезай. А ты еще кто? Эй, спокойно. Ничего личного, просто бизнес. Рейфилд мой. Не понял, типа воровские понятия не для тебя? Ты на чужое пришел. Я был первый. Так, можем решить дело двумя путями. По-хорошему или по-плохому. Оба приведут к одному и тому же. Я заберу тачку. Ты че творишь? Кочинга. Да. Не с места. Вы арестованы. Никуда не дергаться! Поднять руки так, чтобы я видел! Медленно! Мордой в землю, сука, быстро! Джеки Уэллс, мой добрый сосед. Так и не поумнел ни на грамм. Эй, детектив Стинс! Надо же, какая встреча! Инспектор Стинс. Один хрен. Погоди-ка, а тебя я тоже припоминаю. Давай, да? Говори. А я тебе нет. А ты вроде уехал в Атланту искать счастье. Похоже, не нашел, да? Я говорил, что у всей хейвудской перхоти одна судьба. Тут рождаться, тут жить и тут подыхать. Я, как всегда, был прав. Хорош болтать. Что теперь? Как что? Поедете искать счастье в колонию? Да ладно, инспектор, тебе-то с этого что?
Закроешь нас, посидим мы до суда, поплюем в потолок. Отдадут нам максимум пару месяцев. А может, и вообще отпустят, потому что в тюрьмах только стоячие места остались. Воры — это они? Бля, припёрся. Бродяги? Мы взяли их с поличным, мистер Фуджиока. Сейчас поедем в участок. Да нахрена это надо? У меня нет времени снимать показания и играть в следствие. Вы предлагаете их отпустить? Я предлагаю сломать им ноги, надеть наручники и бросить в море, чтобы не всплыли. Все это слышали? Бля. Ай. Вот. Что у вас всех? Вот честно, там такая обстановка была. Я уж решил, что мы живыми не выберемся. Я тоже. Стинс та еще, конечно, мразь. Но капля чести у него все-таки осталась. Думаешь, это его честь нас спасла? Ага. И то, что он сам из Хейвуда, как и мы. Если б не я, ты бы уже рассекал по городу на этой красавице. Очень вряд ли. Да не переживай. Это дело пованивало с самого начала. Самопальному говну из Кабуки такая сигналка не по зубам. Ничего удивительного, что копы приехали. Ну, познакомимся по-человечески. Джеки Уиллс. Ви. А, погоди. Ты бываешь в Койоте. Погоди, Уэллс? Как мама Уэллс? Ну, понятно, откуда я знаю эту фамилию. Все верно. Койот — это кабак моей мамы. Странно, как мы раньше не встретились. В Койоте я и получил заказ на тачку. От Кирка. Ты работаешь с этим абсосом? Пепе торчит ему кучу денег. Вот я за него и вписался. Твой Пепа, конечно, вообще. Прогнуться под такую гниду, как Кирк. Ты же слышал, что говорят? За ним стоят картели. Картели? Нет, нет. Я видел ребят из картели и могу тебе гарантировать, ни один из них про Кирка даже не слышал. Этот каброн еще пожалеет, что подставил кого-то из Хейвуда. Я бы чего-нибудь заточил. Vamos. Вот так сразу? Ты мне только что пушку к виску приставлял. Да, кто помогает моим друзьям, тот мне тоже друг. Ну чё, без обид? Без обид. А чё, как по мне, это хорошее начало. Начало чего? Нашей дружбы. Мы просто два сапога пара. Ну давай, пошли. Я с утра ничего не ел. Еда — это хорошо. Пошли. Привет, привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити. Ладно, народ, я уберу эту точку, ну а нахер, короче. Уже меня начинает подбешивать. Не, ну... Она-то помогает, но видео, короче, оно особо не этот. Интерфейс. Надо. Как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя в приют, а потом останавливает на улице и спрашивает: закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бобо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но в высшем виде люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Емпа. Ну и морда у меня. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити.
На кладбище! К счастью, Оскар абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Бум. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Нет, спасибо. Нет, Джек, у нас мало времени. Давай потом. Потом, так потом. Маньяна, маньяна. Я готов. Ну, где ты там? Лифт. Пошли. У меня там с оружием. Нет, пистолет. Окей. Подожди. Что-то есть. Погнали в квартиры. А, бля. Квартиры? А, надо было просто зайти, он сам хочет. Ладно. Ой, я дома. Тормоз. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Успокойтесь уже оба. Мы почти на месте. Слышишь, Бак? Соберись. А тут нас ждет первый наш дробовичок. Погнали. Ничего нету? Вроде ничего. Идем. Номер 1237. Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жива. Это ты? Ненавижу играть в спасателей. Не торм... Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту? Изи. Подожди. Все. Не высовывайся. Сейчас это все выпьем. Не, выносливости нет. А вот ХП то да. Ой, не то. Так, снаряга. А, чисто описание. Снаряга, рюкзачок. Вот. Так. Пойдет. Ну че? Фигня. Ладно. Мы что, опоздали? Ви, глянь, это она? Наша цель? У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой зототеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не... Нет у меня пока охоты. Тебе чип читать. Тут еще Пендехос. Пендехос, сейчас мы их раз... Убери его по-тихому. Ладно. Не торопись, Ви. Враги смотрят. Не, просто убить. Не хочу спрятать тело. Я хочу... пролутать его. А потом... Надо его спрятать. Трупами лучше не раскидываться, согласен? Летятся как мухи на говно. А нам этого не надо. Эй, обычный имплант. Так, что у нас есть? Ничего, да? Сохранимся. Так, не тут.
Тык. Сохранение пошло. Внимание, новые тела на подходе. Они уже близко. Мясники и пути. Ой, Ви, к нам идут. Выжди момент и убери их. А, ладно, пусть идет, короче. Так, подождать в укрытии. Ладно. Кабранос. Их тут как саранчи. На минус у него. Давай переждем. Убери этого. Только тихо. Эй, возьми того, который ближе. Возьмем их. Сорта. Ты его убрал? А, убрал. Окей. Подожди. С этими разобрались. Только это явно не... Подожди, сейчас. Снаряга. У меня там что-то появилось. Так. А не, дубинка одноручная. Ладно, возьмем пока что. Торс. Ну, не. Обычная футболочка зайдет. Поищем. Идем дальше. Я за тобой, Ви. Что, теперь можно? Да. И двое. Не хотим. Открой рот! Игры кончили. О, дробовик! Нам больше некуда идти. Бах, что у тебя по плану здания? В его комнате есть выход на балкон. Окно слева от вас. Знаешь, через секунду открою. Эхо с депута! Чё, на? Дверь в комнату тоже открыта. Будьте внимательны. Подожди, я сейчас залутаю. Чингада Матре! Давай. Да. Ви! Целься в голову! Видите, мне не надо. Мне надо дробовик, подожди. Ладно. Подожди, я немножко занят. Эй, кто тут убит козь? Пистолет оставим. А, у нас этот. Понятно. Ладно. Если так, то так. А Юнити пусть у нас будет стандартный так. Я-то думал, я тут дробовик нашел. Нет, тоже. Чего нету? Там что-то лежит. Ладно. Да, ладно. Разберется он там дальше. На датчиках движения нет. Вы его обнулили. Можно идти. Черт, где эта девица? Где этот дробовик? Ищите, должна быть где-то там. Не хочу я с автоматом бегать. Так. Компоненты. Этого рахита должно что-то дрогнуться. Там вот тут так.
пулемет брать не будем. Бляха-муха, я когда проходил, тут дробовик был. Ладно. Значит, рандомно так рандомно. О. Бабосики. Взять тут только так, да? У меня все-таки пистолет даже получше. Блять, господи боже. Это она. Наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Подключаюсь. Выглядит она дерьмово. Сандра Дорсет, NS570442, платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, Тибак! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения – 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси-то. Вынимай ее из этой херни. О, блядь! Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи. Только этого не хватало. Джеки, инжектор! Лови, эссе! Ну, вроде... Вроде помогло. ФРСЭ, выноси ее отсюда! Давай, выноси ее на балкон. Бежать не могу. Ладно, пусть будет медленно. Центру. Получили пациентку NS570442. Ввели стимуляторы. Допамин 70 миллиграммов, норадреналин 110 миллиграммов, фибрин 800 миллиграммов. Да. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Ёбана, где мой дробовик? Ухожу из эфира. До скорой встречи. Мне нужен дробовик. Вот какое дело. Можно опять забирай. У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Ты прямо мой спаситель, Ви. Что, может подбросить тебя домой? Ну давай. Я все равно устал. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же на это и договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас.
Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон оцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Мано. Я поведу. Музон, конечно, в этом киберпанке шикарный. Я от него кайфую, реально. Это музыка, тема. Круто в Найт-Сити, а? Город как город, только большой. Нет, Мана, это не обычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйланд, Адам Смешер. Тут рождаются легенды. Я слышал, короче, что... Жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Блин, ладно. Ты как? Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? А, точно, блин. Мне кажется, или... А, так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Тингадови. Я разберемся. Это совсем не нравится. Это они! Их остапута! Дави на газ, Джеки! Давай, Тингадови! Не могу, веди нормально! Я уже снял всех. Пардон! Ну давай. Да что от тебя? Попались, мрази! Ви! Цель соблюдителя! Чингаду! Хули надо. Вот так вот. Вот так вот разбираются. Попортил я вид твоей малышки. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Короче, я слышал, что вроде бы хотят экранизировать киберпанк. Предвкушаю. Черт, они явно решили не мелочиться. Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. Это робот, конечно. Ух. О, мадам! Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? О, у вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, своей девушке? Ну да. Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжайте. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А ты ей понравился. Моя неподдельная искренность тронула ее сердце. Да. Ну что, я верный. Дорожу отношениями. А главное, скромный. Даже... Ты глянь, Ви. Тут
Тут все серьезно. Да, честно. Как-то не похоже на обычную облаву. Так потому что это не обычные копы. Это Макс Так, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так, на один зуб. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Ну чё, пропускаем. Ладно, увидимся. Передай привет, мистер. Передам. Ай, Луэго. Синтетическое мясо для натуральной энергии. Попробуй. Смотрите. Добрый вечер, Найт-Сити! Мой первый гость сегодня... Да. Забыла сказать, у знакомого нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Заберу. Смотрите, какой год уже игра существует после релиза. А телеки не пофикшены. Активная сторонница кибернетических имплантов. Лагает. Красота. Не жалуюсь, Зиги. Спасибо, что позвал. Итак, сегодня я хочу обсудить с вами самые редкие... Да блин, опять ворот заело. Давайте тайник с оружием. Надо бы сказать пару слов начальнику. Сколько тут всего. Возьмем. Катану, слушайте, катана нам... Хоть она и лучше. Но... Катана не. Катану пока пользоваться и не будем. Не хочу потом ее нечаянно потом удалить или что. Разобрать. Пусть она будет как-то... У нас... Так, давайте переоденемся сразу. О, у нас еще уровень повысился. Сразу можно... Скорость восполнения памяти повышается на 35%. Или же ближайшие точки доступа камеры автоматически подсвечиваются. Тоже хорошо. Сила. Вы медленно восстанавливаете здоровье в бою. Это очень нам надо. Ой, это вообще. И на. Да, давайте возьмем ХП. Как будут дальнейшие замесы, и нам придется. Так, и, конечно, влияет на ваши физические возможности плюс стойкость. То есть запас ХП увеличивается на 2. Бумра, наверное. Пердека, да? Плюс 1. За каждые 4. Так, нам надо 9, да, чтобы открыть это. Так что, окей. Идемте. Прокачаем до 9. Следующее это прокачаем до 9. Чтобы можно... О! Взлом прокачать. Подготовку скриптов. Давайте поспим. Наконец-то первый акт. Спасибо.
Ты что, не спал? Даже если нет, пора вставать. Я, кажется, что-то подцепил, когда подключался к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Жду внизу. О, бабушки. Так чего ты стесняешься? Привет, Вим. Это Реджина Джонс. Если тебе нужна работа у Уотсона, звони. Как ты меня нашла? Откуда вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Вим. Падай, сука, давай! Нет. Сохраниться. Привет, Вик. Хороший день для пары раундов. Пойдешь? Как тебе мой новый мальчик для битья? Только что надрал мне жопу, засранец. Даже интересно, как он справится с таким, как ты. Хочешь попробовать? Так, как у тебя дела? Ну как твои дела? Сейчас бой начнется. Не хочешь глянуть, поучиться? Мэлоун против Эрнандеса? Наш хромовый друг не смотрит телек, да и не болтает. Он предпочитает общаться на языке кулаков. Откуда он у тебя, Фред? Нашел на улице. Он так печально на меня смотрел, что я не выдержал. Приютил беднягу, накормил, приодел. Ну что за вопрос? Это армейский бот. Была хорошая сделка, мой чумба докинул несколько полезных штук. Вот и все дела. А давай. Давай попробуем. Легче на ногах. Голова все время в движении. Устроить пару боев. Что скажешь? Ты сам выходишь на ринг? Теперь нет. Слишком часто получал по голове. Рефлексы уже не те, что прежде. Ну, говорят, Керезников хорош. Поставь себе. Да ну, лучше приберегу деньги. Мне все равно пора на покой. Ты говорил насчет боев? Ну да. Я видел тебя на ринге. Есть чутье, рефлексы хорошие. У тебя большие перспективы, особенно если модифицируешься. Эти бои, скажем так, не совсем законные. Но очень выгодные. Выгодны для кого? Для тебя или для меня? Для нас обоих. Врать не буду, как твой агент, я получаю малый процент от выигрыша. Остальное твое. Справедливо. Я и говорю, у тебя есть чутье. Бои проходят в разных частях города. Выбираешь место, вносишь деньги и выходишь на ринг. Победишь, получаешь весь банк. Если всех противников уложишь на лопатки, выходишь в финал. Все ясно? Абсолютно. Хорошо. Ой, только ты пока не сможешь выйти за пределы Уотсона. Можешь начать в Кабуке. Я в тебя верю. Пора показать этому городу, на что ты способен. Окей. Кабуки. Ароя. Угу. Ладно. Что у тебя на продажу? Что есть на продажу? Только лучшее снаряжение. Так. И бабосиков мне... денег, короче, у меня нету. Ну, только... Так. Хм.
Циклон. Во время ускорения позволяет совершить неограниченное число атак в комбо в течение 2 секунд. С каждым попаданием увеличится скорость атаки на 5%. На 2 секунды. Максимум суммирует эффектов 2. Нокаут. Увеличивает урон на 25 и повышает вероятность отправить в нокдаун и оглушенного врага на 15%. То есть, но увеличивает расход выносливости на 25, уменьшает скорость атаки на 20. О, это будет вообще медленно бомбить. Не, нам это не подходит. Подожди. 45-й тебя ждет, не дождется. Прям поет после каждого выстрела. Ну, показывай. Вот тут-то он. Параллакс. Так, прицеливание увеличивает эффективность дальность на 11, эффективную дальность на 11, уменьшает дрожание оружия на 12%, но останавливает восстановление выносливости. Не, уплотнитель нет, это не подойдет. Ну ты что, это урон. Ну это уже прицелы. Ладно, разберемся, короче, с этими модификациями, но... Ладно. Большое спасибо. Культовое оружие. У нас Unity. Это тоже она. Ага. Смотрите, тут 21, тут 10. Скорострельность, угасание ночи сильнее. Эффективная дальность хуже. Unity получше будет. Тут у нас... Liberty. Ладно, возьмем. Здесь так, Copperhead, бейсбольная бита и Unity. И кто сторона? Все, не отсвечивайте. В Штатах держатель визы может получить вид на жительство, брачную лицензию и Привет! Время местных новостей. Совсем скоро начнется фестиваль Аратама Мацури. В честь него по улицам Найт-Сити проедут потрясающие многоэтажные телеги Даши. Программа фестиваля также включает музыкальные выступления виртуозов, играющих на хочу читать письмо, это там. Традиционных театров. С помощью компа в этом можно купить себе машину, чтобы не ехать куда-то, а просто с компа себе. Не удивлять, сама Ханака Арасаки сообщила, что лично примет участие в параде Даши. Приехали. Хочу от имени WMS пожелать вам веселого и мирного праздника. Ну что, поговорим? Хорошо. Давайте, короче, с вами. Спасибо, буду иметь в курсе. Давайте сначала поговорим с Джеки, пусть он нам тачку отдаст. И мы с вами поедем за скриптом. А вот и наша звезда. Черт, я успел проголодаться, пока тебя ждал. Садись. Сейчас папа доест, и поедем к сеньору Вектору. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню? Или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос по смерти собственной персоной. Мне казалось, он вышел из игры пару лет назад. Подцапался с темной конторой из Пасифики. И привет. Угу. 2 года назад, когда шла война банд. Декса тоже в эту жизнь затянуло. Столько людей тогда в землю положили.
Дексу повезло. Он залег на дно, пока все не утихло. Время непорядочно прошло, но теперь он возвращается. Джеки, это наш шанс. Дексу нужны друзья, то есть мы, и этим можно воспользоваться. Точно, эссе. Выиграют все. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично, один на один. Так что сам понимаешь. Все теперь зависит от тебя, эссе. Ладно, договорись с ним. Послушай, что ему надо. Так, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сам знаешь, я ничего не имею против Падре и Вакако, но... Декстер, это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Я знаю, кто такие фиксеры. Они ищут того, кто выполнит их заказ дешевле всех, а потом выкидывают его труп на свалку. Вот именно, Ви. Как раз так и бывает. Gracias a Dios. Estoy lleno. Я пригнал твою тачку, отдал вчера знакомому в мастерскую, чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Спасибо, мило с твоей стороны. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Ну что, дельтуем? Посмотрим, как она бегает. Погнали. Куда едем? К Риперу? Эй, Эсса, не гони. Для начала. Я ж только поил. Я так и так собирался к Вику. У меня свидание с мистером. Да ладно. Но прохладно. Она милаха. Понимает меня с полуслова. Вот оно. Пошли, Ви. Найди меня, когда Вик почистит тебе хром. Обсудим работу, которую... Вы не властны над своими воспоминаниями. Чего? Ибо не вам служат ваши глаза. Точнее, не только вам. И с каких пор у тебя такие знакомые? И вы надеетесь, что те, кто продал вам механические глаза, удержатся от искушения и не станут подглядывать? Камеры окружают нас везде. Они есть и внутри вас. Наши радости, горести, вся наша жизнь. Спектакль для наблюдателей. Если бы кто реально наблюдал, за мной уже охотились бы все копы и банды Найт-Сити. А если ты лишь пешка в их руках? Вдруг ты невольно исполняешь их приказы? Но кто они, спросите вы? Кто среди... Привет, Ви. Доктор Вектор тебя ждет. Я тут пока посижу. Нам с мести о, надо поболтать. Эти гнусные твари превратили наш смех и наши слезы. Вики, привет! Это понятно. Как твои риперские дела? Рад тебя видеть. Привет. Давно не виделись. Чем обязан твоему визиту? Да на задании тут подключился к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепил. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну а как ты вообще? Как дела? Получил заказ от нового фиксера. Его зовут Декстер Дешон. А, знаю, он из посмертия. Нечего сказать, растешь. Типа того. Что-то не так, Вик? Давай с ним повнимательнее. Я слышал кое-что про этого Декса. Он только с виду спокойный дядя. Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. А, само собой.
молодец. Только аванса он тебе не дал, да? Я не хочу ждать весь день. Подождешь, Виктор, так что. Ладно, заплачу, как выполню заказ. Ви? Не нуди, Вик. Я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Оптика Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Подключайся. Кироши? Вик, у них же лучшая оптика. Ну а что? Мы себя тоже не на помойке нашли. Я сказал, что заплачу, но на такую технику у меня вряд ли хватит. Да ладно, придумаем что-нибудь. Мне главное, чтобы ты вернулся живым и здоровым. И с деньгами. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Еще улучшить? Давай улучшим. Чё? Ладно. Ладони. Баллистический сопроцессор. Повышает вероятность рикошета при стрельбе из стандартного оружия. Плюс скорость перезарядки. Отлично. Ура. Броня. Улучшить нельзя. А на остальное мне денег не хватает. 500 монет. Ладно. Наши ели. Первый тип. Не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Я готов. Вырезай. Отлично. Можем работать. Давай, клади свою руку. Игрок высшей лиги. Вот так. Молодец. Ну что, сейчас обезболим и можно резать. Чувствуешь что-нибудь? Ничего не чувствую. Все как всегда. Ты меня каждый раз спрашиваешь, как будто сегодня все будет как-то иначе. Да все будет нормально, малыш. Там, конечно, есть риск инфаркта или там паралича, но мне-то откуда знать? Я ж просто доктор. Вот именно. Сейчас будет темно, не пугайся. Ну, теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Поначалу может быть неудобно, но там, знаешь, помехи, туман или там размытость. Ну как тебе? Все в порядке? Да охренительно! Ха-ха-ха, супер! Угу. Скан людей. Теперь сканер.
Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что получается. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Спасибо. Тебе понравится. Достань оружие. Ты должен увидеть счетчик патронов и новую мушку. Черт, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу и еще два через час. И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации импланта. Спасибо еще раз, Вик. Я у тебя в долгу. И Дима. Покажи там всем. Ладно. Только старика не забывай, когда вы Кошакевич. Высшую лигу. Дорогу. Твоя сердечная чакра немного в дисбалансе. Я ее гармонизирую, но тебе надо избегать мест с негативной энергией. И вообще... Ви, тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах, около Грамши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Привет, хочу тебе кое-что предложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит, но мне кажется... Подожди. Мне надо забрать. Да. Кажется, что экспериментальная терапия – это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Дан. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить психа, я тогда пришлю за ним машину. Надеюсь, все понятно? Ладно, что я тут сюда поворачиваю? О, боже. Ого, как крутая тачка. Да мы, короче, заберем все, что нам надо. Ты мне загораживаешь проезд. Так, я не туда заехал. Конченая мапа. Оп. Поворачивает машина шикарно. Приехали, блин, а там хорошая песня играла. Здравствуйте. Мне должна была прийти посылка. Заказ номер 40. Сейчас проверим. 48. Я от Тибак. Она сказала что-то забрать у вас. Ты Ви, да? Она про...
должен работать на всех деках третьего поколения. Окей, лишний демон точно не помешает. Можешь его проверить, у меня есть точка доступа, если хочешь, конечно. Может, найдешь хороший софт или подпрограмму, я бы попробовала на твоем месте. Окей. У меня нету бабок. Возьмем это. Что у нас тут? А, это компоненты скриптов. Угу. Замыкание, заражение, звуковой шок. Нарушение моторики. И перегрев. Ладно. Потом как-нибудь. Окей. Ладно. Так, теперь. О, разбой. Погнали, короче. Разберемся. И залутаемся. Может, тут дробовик найдется. Ладно. Это умное оружие, хорошо. Окей. Игла. Да. Это кайф. Что у нас тут? Прокачка уровня. Хорошо. Смотрим дальше. Скорость восстановления здоровья повышается на 1% за каждый потерянный процент запаса здоровья. Допинг. После применения кровяного носа... Нет, у меня пока такого нету. Разбег. Скорость восстановления здоровья повышается на 60% во время ускорения. Один в поле. Скорость восстановления здоровья повышается на 10% за каждого врага поблизости.
Я пока что не нуждаюсь. Так, восполнение памяти и... Ближайшие точки доступа и камеры автоматически подсвечиваются. При отправке через камеры затраты памяти на скрипт отвлечения врагов, контролирующие так, скрипты и шпионские скрипты уменьшаются на 1%, и, а их действие продлевается на 50%. Можно. Хорошо еще. Давайте на уменьшение затрат посмотрим. Ну и на 6 ладно. Не. А, ну все, короче. Сохранимся. Погнали. Этот дробовик крутой. Его прокачать, он просто будет выносить всех нахер. Пока что нет. Давайте попробуем. О, здесь можно будет подзаработать. Это очень опасно, конечно. С вами бомба. Ну, по мере моей хотелки, короче. Сюда. Заходить, короче, в разные места и зарабатывать бабки, чтобы хорошо этот... собраться, чтобы можно было иметь хороший луп, хорошие скрипты, проносить и овнить противника. Хорошо. Опа. А вот киберпсих наш первый. Окей. Не убивать. Беглый огонь. Ну ладно, вафля. Самое главное, сразу вдруг, что кто не знает, у нее есть... дубинкой можно оглушить. Понятно? Можно не приставать. А можешь пойти в жопу. Так. Приказы взяли. Так, а это что? Инвизная, иди сюда. Куда ты ушла? Ага. Давай. Ему конец. Я промазал, прикинь. Ай, нет. Собака. Больше боли! Сука! Ладно. Я не в тот угол забился. Она тут выходит, короче. А если в другую сторону пойти, то там есть такой парапетик, за который прячешься, и она туда уже не заглядывает. У нее есть ограниченное пространство, куда она выходит. Датис. Угу. Иди сюда. Ему конец! О, бля. Попало. Куда, иди сюда. Иди сюда. Херня!
Не берут, короче, эти. У меня мало памяти, на, если что, для взлома скриптов. И сюда. А, вот эти. Блядь. Сука. Она мне за спину зашла. Все. Есть жопа, все. Я ее пистолета сейчас заувню. Ну привет! Привет, привет! Давай. Бля. А ё-моё. Сюда. Башку стреляйте! Ну, стреляю. Что испугался? Кусок говна! Он хорош. Поворачивает еще. Посмотри. Пистолет этот. Что испугался? Кусок говна! Успокойся, пойдем. Я в тебя не обижаю. Кто обзывается? Тут сам называется, на. Да что за херня? Давай. Где? Ему конец! Кто сказал? Да что за херня? Что я с тобой в шутки играю? Но. Так, все, утаим, все надо. Баксики. Мы с вами подняли бабки.
Пойдемте. Питаем. Типа этот. Не этот. Так. Журнал, чипы. Нет. Так, другое. Киберпсихопат. О, вот. Читали. Не мешало. И... И чё, отправляем. Эк. Машину пришлёт. Бабусики вышли. Репутация повышена. Давай бабки. Бабки давай. С вами 5000. Это уже хорошо. Так, это у нас тут фиксер, это она. Заказ. Вот сюда заскочим как раз по пути. И сюда пык. И встретимся. И, короче, потихонечку туда доберемся. Тут близко задание. Джадара Щёба. Абсолютный психопат. Пытает кукол, снимает это на видео и продает таким же уродам, как он сам. Шельмы наконец его отследили. У тебя есть возможность воздать этой гниде по заслугам и заодно немного подзаработать. Все подробности в письме. Окей. Смотри, сколько их там сидит. Я худею. Ладно. Ой. Лежать. А где еще? Ага, вот. Сейчас будет. А, боль. Ой, еще это. Слишком много. Ой-ой. Я так тоже умею. Куда? Это слишком много. Идут? Нет, еще не идут. Хорош. Хранимся? Ой, не тут, не тут. А, невозможно. Бляха. Так вот. Где тут? А, окей. Блин, слабо. Ладно, обойдем. Чуть не отъехал.
хоть на атомы рассчитываю, а не пачку. Нового. Нет? Припас. О, бабосики. Да. 5-5-5, 1С, изи. 9, 1С, 5-5. Нет. 9, 1С, 5-5, 5-5, 1С. О, 9, 1С, 5-5. А, блин, не хватило одного. Ладно, тупанул. Надо было те две. Компоненты скрипта. О. Там сидит. Ну, заберем. Ты что сказал? Ты разрешал вставать. Ой-ой. Пускай меня. Ой-ой. Какой-то. БД 55Е9. Мне нравятся такие взломы крутые. И там дальше. Ох, тебе что, херово? Да, сражайтесь, тигры. Так, сейчас всех залупаю. И лимит имплантов увеличен. Отлично. Хорошо. Самый сок. Говорю, дробовик это моща. Там еще есть. Да? Или тот, кто это он? Не, есть. Хорошо, давайте заставим его, короче, туда выйти. Да. Так, что у нас там дальше? И Миша. Так, БД 1С1С. БД 1С1С. Готово. Так, по карте видно, что там кто-то сверху сидит. А мы туда приедем.
все. Ну, можно включиться. Ломаем. Витки нам нужны. Ой-ой, нифига себе. Е9. Мне надо 3 только, да? 1, 2, 3. Изи скрипт. Еще есть точка. Ладно, 1C. Е9, 1C, 55. Не. Раз. Да. Е9, 1C. 55. О, приманка, замыкание. Пару скриптов даже. Круто. Ладно, там уже сверху нас ждут. Посмотрите, сколько тут оборудования. Хорошо, народ, вы готовы? Давайте откроем ту дверь. Ой-ой, пустая. Давайте, выходите, не бойтесь. Минус один. Опа, тут еще есть. Гранатка, давай, поймись. Как же она долго. Не надо. Почти. Стоп. Блин, тут дверь защелкнулась. Ладно. Вылазь. Это же гранату кинул, ты чё? Ой-ой, там. И чё? Ха.
думаешь, и сильный? О! Ух, сколько вкусного. А тут Джентаро, да? Бомбосики. Слабо. Да, я с вами разберусь. Ну, сначала. БД, 1С и БД. Есть. Ну. Откуда там должно быть еще? А, вот. Кто вам сказал, что я хочу их отсюда делать? Здорово. Где выход, блядь? Да. Найдемте. Кто один тут есть? А не ты, вот этот. Бля, ты, блядь, откуда взялся? Смотри, я аж офигел. Куда он, блин, вылез? Вот. Наряга, давайте посмотрим, что у нас есть, что мы пособирали. Электромагнитное двуствольное ружье. Не. Карнаж. Не.
Многие, ну, есть что-то интересное, но... Дробовик. Скорострельно слабое, но урон 102. Впритыкнут. Блин, Сатара вроде сильнее, но... Не, я двустволочка. А, и раньше, короче, когда-то было, что разные типы урона оружия было. Уличные штаны нет. Ничего не дают. Половолка. Сейчас. Нет, нет свечек. Еще крутой. Вот у нас с вами 15к. Видите, понимаете, о чем я? Давайте сохранимся. Создание. Я могу создать град. Ой. Снайперскую. Могу это создать. Замыкание второго уровня и перегрев. Могу сделать. Делаю замыкание и перегрев. Пусть будет, чтоб не покупать. Улучшить только это, да? А броньку улучшать не могу. Обидно. Да, мне 21к надо Виктору дать. Ну это потом. Погнали, короче, поговорим с Дексом. А то мы и так уже задержали. Кто-то там, да? Не выписывал. Не, только... Я же говорю, дробовик это вещь. Шмотки валялись. Ну. Ладно, мы потом как-нибудь поищем. Надо будет найти скрипт на этот или демон, на этот, на снижение сопротивления противника. Погоня. Йоу, мистер Ви. Рад встрече. Декстер Дешон. Собственной персоной. Езжай. Не против, если я сначала спрошу?
Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до 30? Мне важна победа, а не участие. Цена не главная. Классика. Есть еще молодежь, которая любит рисковать. Уважаю. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Ну и что за дело ты примете? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. У корпорации, наверное. Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Корпораты — те же мусорщики. О, ты настроен серьезно. Чувствую, это станет началом прекрасной дружбы, подкрепленной большими деньгами. Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает, хочет увидеть исполнителя. Так, а что за дело надо уладить с Мальстрёмом? Вставляй щепку. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техника. Корпораты до сих пор не знают, что это были мальстрёмовцы. Среди этой техники был Болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрёму. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрёма главарем. Мы ударили по рукам. А через 3 дня его сместил ближайший друг и сподвижник, Саймон Рэндалл, он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мередит Стаут из Мелитеха. А кто эта мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая, спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из Пасифики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель, сам понимаешь почему. Так что выбор пал на тебя. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. И еще, мистер Ви. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы? До скорого. Джеки, я поговорил с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Он типа хочет убедиться, что мы профи. Видимо, профи умеют разгребать говно за Мальстрёмом и Мелитехом. Там какой-то бот, военная разработка. Мальстрём его украл, а Декс купил, но не получил, потому что у них сменилось руководство. Да, слышал.
Ройс устроил Блику дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но не знаю, как она нам поможет. Чинган. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А Декс что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, хозяин, барин. Итак, с кого хочешь начать? С мальстрёмовцев или с Паркер? Мальстрём. Думаю, сначала постучимся к мальстрёму. Ногой. Орле. Тогда я поеду к All Foods и посмотрю, что там почем. Hasta luego. Давайте ей позвоним. Стал, начни с того, откуда у тебя мой номер. И не только номер. У тебя вроде как проблемы с конвоем. Эй, заткни его! Говори, что знаешь. Быстро. Не по телефону. Встретимся и обсудим сделку. Сделку. Ладно. Ладно, ого, бесплатные шмотки, спасибо. А, иди. Первый съезд со Skyline в сторону Нордсайда. Под переходом есть водосток. Встретимся там. Декстер, шо ты? Спасибо за инфу. Да. Удачки. Посмотрим. Тут еще нет. Прикольно. Так, погнали с этой бабищей, встретимся, побазарим и развалим мальстрём, короче. Обнесём их в хату. Вот и славно. Мередит Стаут, ты звонил, правильно? Ну да. И чё? Да, я. Привет. Думал, ты меня шантажировать будешь, пиздёк. Условия ставить? Давай свои условия! Успокойся! Я просто хочу поговорить! Господи, Мередит! Хлебало завали! Эта херня готова? Так точно. А теперь отвечай на вопросы. Быстро и честно. Ты тут один? Один, как видишь. Это правда? Проверьте территорию. Теперь слушай внимательно. Это он твой наводчик. Энтони Гилкрест. Он слил тебе инфу по конвою.
Гилкрест, я его первый раз вижу. Не врет. Слушай, я знаю, где груз. Я могу тебе помочь. Мне просто нужно кое-что взамен. Я же говорил! Я, блядь, говорил тебе, что я не крыса! Господи Иисусе! Заткните его! Выпусти меня, пока я... Его можешь отпустить. Хочу послушать, что он скажет. Так. А сразу так нельзя было? Заткнись. Чего тебе от меня нужно? Мне нужен бот. Модель Болт. Он у ребят, которые тебя грабанули. Оставишь мне бота, я сдам налетчиков. Ты знаешь, как его достать? Я могу забрать его силой. А могу заплатить, как они и надеются. Второй вариант. Только платить им ты будешь нашими деньгами. Звучит годно. Я в деле. Так, некоторые найденные вами чипы будут содержать зашифрованную информацию. Чтобы расшифровать данные, перейдите к чипу и... из уведомления или найдите его на вкладке «Чипы» раздела «Журнал» в главном меню, а затем выберите «Взломать защиту». Просто заплати этим чипом, остальное тебя не касается. Хорошо. Если захочешь меня наебать, я очень быстро тебя найду. А я это сделаю. Не верь ей! Эта штука в расстрельном списке! Она же сольет тебя! Все. Поговорили. О. Качаем. У нас есть первую. Отдача при низком уровне выносливости ослабляется на 15%. Можно, конечно. Так, скорострельность и второй уровень. Скорострельность повышается по мере расходования выносливости не более чем на 25 при пустой шкале выносливости. Тоже неплохо. Но у нас тут еще есть скорость передвижения, нам надо. Ух. Разброс пуль уменьшается. Красота. О, стоп, у меня еще есть. Ладно, качнем. Интеллект. Смотрим, что у нас тут есть. Ну так, это у нас Феникс, возможно. Давайте, короче, реакция. И у нас чем быстрее вы двигаетесь, тем сложнее вам становится подстрелить вас. Угу. Вот это надо. Да, чтобы мансить, короче, перелазить, менять местоположение, вот это мне тоже надо. Ускользание возьмем, чтобы мансить. Так. А где-то тут чипы. Другое. А это не то, подожди. Зашифровано. О. Взлом защиты. А, очищает чип от вредоносного ПО и добыча данных копий вирусов. О, давайте БД. БД. F55. Отлично. БД. F55. А, тут уже. Увы. Ладно, можно было все типа. Что мы скопировали? Блин, можно было, короче, их все скопировать и бабки, и то. Блин. Обидно. Так, копировал, да? Приманка, замыкание у меня есть. Смотрите, замыкание второго уровня,
Еще одно замыкание. Ой-ой, плавление синапсов. Синапсов. Так, фу, блядь. Короче, наносит огромный урон, который увеличится на 10% за каждую расходованную единицу памяти. Не более чем на 400%. Ой-ой, это крутая штука. Перегрев третьего уровня. Еще тоже перегрев третьего уровня. Надо менять кибердеку потом, чтобы использовать это все. Где моя там точка? Погнали отсюда. 89.3 Radio Wechselstrom. The voice of the machine. Идем к Maelstrom. Или Maelstrom. Maelstrom. Честно, игрушка стала хорошо работать. Реально, очень... Блин, ну, хотелось бы сравнить на PS4, но у меня уже четверку, я ее пробой. Я не хотел. Всем патрулям поступило сообщение о преступлении в Уотсоне. Ай, ёханый бабай. Понял. Наверное, опять какой-то киберпсих, но я разберусь. Кстати, слышно что-нибудь про оплату переработок? Ля, полиция, идите в жопу. Подозреваемый скрылся. Всем нарядам в районе продолжить поиски. Обнаружен транспорт подозреваемого. Сведения разосланы. Ой, мне надо наверх. Одна звезда, да? В этом районе. Всем патрулям вернуться на маршрут. Блин, сделали прикольно. Сделали как в этом Need for Speed. Или как... А, блин! Вот это я ушел с машины. Ты чё? Ну-ну, Джеки. Лайя, Порфейн! Рассказывай, что нарыл. Ладно. Короче, Декс уже купил у мальстрёмовцев бота. Неясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперед? Их холе. Ладно, хер с ним. Бот так бот. Как будем его вытаскивать? Думаю, по-хорошему не получится. Это же мальстрём. У банд правила простые. Кто сильнее, тот и прав. Или ты всех ебешь, или ебут тебя. Ну что, хромовый ад? Посмотрим на этих уродов. Ладно, давай постучим. Посмотрим, пустят ли нас. А, вот как назло. Я этих сучар на дух не переношу. А чем они отличаются от других? Вот возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадре. И честь для них тоже кое-что значит. Ты знаешь, чего им надо, как они живут и что их может выбесить. А вот с Мальстрёмом хуй просышь. Звони, пусть открывают. Я вас не знаю. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал. Мы вас ждали. Да, уютно тут. Пару фикусов бы еще. Они хорошо подготовились. Уёбки, блять. Для фабрики жратвы у них тут очень неплохая охрана. Да, техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. Слышал про их шефа Ройса? Декс о нем говорил. Назвал его особенным.
Эй, что там? Грузовик Мелитеха. Я думал, эти ковроны сперли пару ящиков, а они, смотрю, решили не мелочиться. Здесь что? А, нету. Ладно. Муча минус. Осколочная противопехотная мина направленного действия. Моя любимая. Со вкусом. Неплохо они тут забаррикадировались, но ничего, это их не спасет. Блин, меня что-то кидать начало. Фу, блин, я развернулся и ушел. Вот, нормально. Ну чё, погнали? Ой, блядь. Пентикуларус! Нахуй? Нахера я такое сделал, блядь? Пошли с лица, уёба! Бля, зачем я их просканировал? Бля. Сейчас рванем, твою мать! Блядь! Ай-яй-яй. Ладно, давайте, короче, не будем сначала агрессировать, будем потихонечку идти. Потом мы как-то... Чего вам надо? У вас есть бот. Модель МТ-0Д-1-2. Его называют Болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Нет, будешь говорить со мной. Я Дум-Дум. На диван, бля, быром. Чё, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе чё непонятно? Положи свою жопу на диван! А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Паркуй жопу, пока Джек, я тебе треть... просто сядь. Это плохо кончится, но... сука. Ну, заебись. Чё такой хмурый? Улыбнись! Дуй! Что дуешь? Скан, чистый как детская присыпка. Чёрная дурь? Её ж нигде не достать. Хорошие у вас каналы. Какой эффект? Поднимает адреналин и эндорфин, и поэтому ты не чувствуешь боль. Кошмарит так, что похоже на психоз. Ее давали солдатам во время корпоративных войн. Киберпсихи ей закидываются как конфетами. Если испарять, эффект тот же, только чище. Давай, не бзди!
Спасибо, не употребляю. Ну и пожалуйста, мудила правильный. Вот он, Болт. Модель НТ-0-Д-1-2. А Мелитех его искать не будет? Да насрать, пусть ищут сколько хотят. Мы стерли у Болта серийный номер и переназначили админские права. Так что если уж он твой, то он твой. Дай заценить. Да пожалуйста. Хитро выебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер вора. Полная когнитивная иммерсия. Зацени, все приводы сделаны из смеси титана, ванадия и кевлара. Смотри, что будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку... Да, можно и блевануть. Ну как тебе? Ладно, сойдет. Ха! Гляди, сука, какой привередливый. Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Ну и где ты здесь видишь Брика, а? Да брось. Нельзя же платить за одно и то же два раза. А тут не ты решаешь, что можно, что нельзя. Скажи заплатить два раза, заплатишь два раза. Условия простые. Нужен Болт. Показывай, Энди. Вы уже один раз получили деньги. Так что, мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блять! Ты так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дешон. Декстер Дешон! Жердяй, который наебал половину Пасифики! Он до сих пор жив? Вот этот стрёмный урод! Сейчас мы всем покажем, Марк! Ты, каброн! Да, блин, у меня на мой дробовик, а. Мерда! Нас отрезало! Забирай боты и контроллер. Только побыстрее. Я, блядь, все заберу. Надо понять, как отсюда выбраться. Вот еще раз. Все наше. И боты контроллер. Пошли. Чем быстрее, тем лучше. Давай сваливать. Хочу быстрее на воздух. Понятно. Я предупреждал, если что. Без свидетелей. Подожди, я еще тут не лутался. Промышленная ставня. Ладно. Что я там подобрал? О, еще один уровень. Не то нажал. Хранится. Фу, блядь, ебаное мясо. Сейчас весь провоняю. Это ж конвейер. Вообще, я думал, ты любишь мясо. Бля, точно нет другого пути.
Подожди, тут можно подключиться, не? Так. А что у нас по оружию? Может, что-то получше есть? Это у нас культовая. И тут еще есть культовая. Да. Хаос. Так, скорость атаки меньше. Чуть-чуть лучше урон. Скорость дальности. Эффективная дальность чуть получше. Время перезарядки. Время зарядки. Так, случайным образом выбирает вероятность критического попадания, тип урона и ослабляющие эффекты при каждой перезарядке. Да, сильно. Так, сделаем. Дробовик. Ну, в принципе. Электромагнитный пистолет. Ну, не. Дробовик у меня лучше. Стрельнул и спрятался. Это хорошая тема. Так. Так, подожди, сейчас я шляпу эту сниму. Так, я с дробовиком, погнал. Подождите, нахерна тогда мне теперь собирать постоянно максдок, если у меня они... Сколько у меня? Версия 1. Стоп. Мгновенно и отскок. Ладно, максдок возьмем. А, так у меня и так стоит. И осколочная граната. Одна. Погнали. Круто работает. Пошли. Аманос. Ой-ой. Так бы сейчас пропустил. Чё? Что там я получил? Это курточка, да? Даже 5 брони. Пойдёт. Что ещё там есть? Броньки больше ничего не добавляет, да? Не. Ну вот. Тише. Упс. Хватает немножко. Сколько там вот? Ну, раз, два. Дамы и господа, Джеки Уэллс. Неплохо его так. Да, секундочку, я тут собираюсь подлутать.
О, локальная сеть, система наблюдения, выключить. Бабосики. Что у нас? Файлы, охрана, так. А вот и Гилкрист. А это он, паскуда, короче, всех. Ну да, это он, короче, слил инфу, короче. Все правильно, они выбрали. Тут что, внизу остался, да? Да, вот он. Летаем все. Не собираюсь. А это ты? Да. Сейчас тебя освободим. Ты же, боже, блин, да? Я думал, никогда, блядь, не дождусь. Мы здесь вроде как из-за тебя. Забирали бота, которого купил Декстер. Он сказал вам мне помочь? Нет, забрать товар. В этом весь Декс. Ну и долго они тебя держали? Долго ты там сидел? Сколько-то дней, не знаю. Мои люди попытались мне помочь, приносили всякое. Ройс всех кинул в микроволновую сушилку и заставил меня смотреть. Похоже, мы спасли тебе жизнь. Ты нам должен, Омбре. Господи, притормозите, а? Все свои долги я верну. Но не прямо же сейчас. Сочтемся, если еще потом встретимся. Уверен, вид у тебя не очень. Я у себя дома. Обо мне не беспокойтесь. Ну ладно. Больше ничего нет, да? Ничего. Точки доступа нет. Сохранимся. Нас ждет тут такой замес хороший. Они не работают. Погнали. Я буря непробиваемый! Зажигу твою селезенку! Мы тебя выебем! А ты за... Да. Шумничая. Вот это я понимаю! Слышь ты, тварь!
блядь, бежи уже. Врезал его! Да! Стреляй! Нет! Меня прижали! Молодчина! А! Живой еще, да? Кто там последний? Молчать. Это почти, почти то, что я хотел. Да. Минута драки, 5 минут, короче, собирания лута. Кредитный чип. Что есть еще? Похер вообще. Ну, вроде бы. Вроде бы все пособирал. Не торопись, Ви. Враги смотрят. Похер вообще. Что у нас? Я вылезу. Сейчас тебе все покажу. Не дергайся, а то нас увидят. Вообще нихуя интересно. Еще? Нету, да? Ладно. Гнев! Ярость! Бойня! Врука! Пусть подходят, твари! Я никого не боюсь! Вот он! Давай, покажись! Собери
Надо потом этот все весь мусор попродавать. Или разобрать, кстати, на компоненты. Подожди, еще должно быть что-то. По-любому какой-то ящик должен быть. Да бля, не хватает технических умений. Еще компоненты нам тоже пригодятся. Тут был. Валим отсюда. Изично. Еще немного, Эссе. Выход близко. Ви, тебя увидят. Помогите мне! Ухожу. Вот так вот, бля. Давай, Ви. Надо выбираться. Между прочим, максимальная сложность. Давайте, короче. До снарягу разобрать лишнее. Так. Дробовик. Дробовика у нас, короче... Больше нету. Дубиночку. Дубиночки у нас. О, есть. Лучше. Угу. Так. Так. Пойдет, короче. Да, ладно. Разобрать. Вот. На фигня. Ну и. Это конченая шляпа, да? Ясно. Ну да. Не все. Дробовик — это, конечно, сила.
Увы, тут больше ничего нет. Вот этот сидит. Ладно. Ой-ой! В смысле? Не-не-не. Вот так. Да не. Пулемет. Милитех. У них эти дроны в каждой дыре. Давай за ворота. Там поговорим. Дела с Мальстрёмом обычно ничем хорошим не кончаются. Похоже, вам обоим сегодня повезло. Что со Стаут? Не на тех она ставила. Пришлось за это платить. Ничего сложного. Могу сказать, что вы с ней больше не встретитесь. А ты зачем приехал? Но мы же так и не узнали, кто в результате был крысой. Вот я и надеялся, что мальстрёмовцы тебе расскажут. Ага, конечно. Трупы информации не делятся. Ну, ничего. Постараюсь что-нибудь придумать. Приятно было поболтать. Нифига себе, Ви. Я думал, мы оттуда уже не выйдем. Мы хорошо сработались, Джек. Я тоже так думаю. Знаешь, я даже не жалею, что решил изменить свою жизнь. Как говорится, успех окрыляет, друг. Дай знать Дексу, что болт у нас, и обмоем это в посмертии. Айло эго, Ви. Как дела на фронтах, мистер Ви? Вот у меня. И как прошло? Неприятности были? И что там насчет Мелитиха? Само собой были проблемы. Ройс нахую вертел твой договор с Бриком. Как ты его уломал? С помощью корпоратки? Встретился со Стаут, мы договорились. Ну надо же. Она дала мне бабла для Мальстрёма. Значит, ты заплатил за него их деньгами? Нет. Решил, что деньги мне самому пригодятся. Бота я просто забрал. Вот так просто? Не совсем. Пришлось применить силу. Ты крепкий орешек, мистер Ви. Уже поговорил с Эвелин Паркер? Как раз собирался. Ага. У нее есть информация, без которой до чипа не добраться. Паркер будет ждать тебя в баре Лизис. Удачи. Да. Быстро уровень качаем. Смотрим, что у нас есть. Так, последовательность необходимая для взлома точки доступа уменьшается на 1. Последовательность не может быть короче двух элементов. Угу. Буду несколько скриптов. Прикольно. Восполнение памяти повышается на 35. Мне тоже надо. В бою мне пригодится. Вот, ледокол. Это классная штука. Прыгнул я. Так, что у нас? Где мы находимся? Ого! Ладно. Шаляфан. Ладно, погнали к Лизис, поговорим, короче, и... Чё? А, это тот Рахим, блин. Короче. Едем к Лизис, поболтаем там. И дойдем, короче, до контрольной точки. И закончим. Ай. А можно нет? Посмотрим.
кого? Ты на кого батон крошишь, ты? Включи, бля. Кто не выживет. Еще кто-то? Виски здоровьем. Я знаю, что ты а, полиция? Здесь. Нет. Ой, бля. Не-не-не, полиция, не, я тут проходил мимо. Вы чё, алло? А? Это не я. Патрулям в Уотсоне зафиксировано нарушение порядка. Не-не-не. Как обычно. Принято. Скоро будем. Котик, ты что-то потерял? Не хочешь топовый брейн? Ладно, я зайду. Погоди, сначала правила. За несанкционированную запись положено наказание. Руки не распускать. Наркотики принимать запрещено. Все просто. Если тебе кто-то понравился, находишь в каталоге, заказываешь брейн-данс и идешь в кабинку. Я что, из детсада, по-твоему? Полный лох? Окей, дверь открыта. Развлекайся, малыш. Добро пожаловать. Ты смотри, какое миленькое личико. Ты меня видела? Какое там миленькое личико? Там усатый... Да он ее уже бросил. Мразь. Чтоб сомневался. Ладно. Смотри, чего тебе хочется. Может, расскажешь поподробнее. Привет. Будешь что-нибудь? Давай. Что в меню? Абсинт. Давай, жахни. $19,000. А ну, продать мусор. На 1000 баков. Пойдет. Я ищу Эвелин Паркер. Ты не знаешь, она здесь? А кто спрашивает? Меня зовут Ви. Она назначила встречу. Приятно познакомиться, Ви. Я Матео. Ага. Так что с Эвелин? Клуб большой. Поищи ее, может, найдешь. Все в порядке, Матео. Я его ждала. Эвелин Паркер. Я сразу поняла, что это ты. Сенсон? Это же моя любимая. Только откуда ты узнала? Может, мне нравится все знать о тех, с кем я работаю. А может, просто угадала. Давай поговорим о работе. У тебя вроде был для меня заказ. Угу. Только не здесь. Иди за мной. Мы будем в лаунже, Матео. Если что, нас ни для кого нет. О, откуда у меня штукарь? А, чтоб это я продал. Ладно. Все нормально, честно. Любишь ваню. Почему ты не хочешь сказать мне правду? Что-нибудь... Я уже сказал.
Декс много о тебе рассказывал. Говорил, ты эффективно работаешь и никогда не подводишь. Надеюсь, он не преувеличивал? Ой-ой, не то не мог. Давай сразу к делу. Давай к делу. Это все очень мило, но я сюда все-таки за инфой пришел. Да, ты пришел узнать о том, что изменит твою жизнь. Ты меня прямо заинтриговала. Я так понимаю, тебе рассказали про цель. Биочип. Ключевая деталь программы. Сохрани свою душу. Мы переходим дорогу Арасаки. Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир. Да, они вложили миллиарды в технологию переноса личности. Но меня интересуют только данные на чипе. Он сейчас находится в отеле Кампеки Плаза. Знаешь, где это? Был там? Не приходилось даже в том районе бывать. Жаль, фреши у них божественные. Шеф-повар явно продал душу дьяволу. Так, где именно хранят чип? В люксе на последнем этаже. Там живет Юринобу Арасака. Юринобу Арасака? В Найт-Сити? Ты не читаешь газет? Это на всех первых полосах. Только ленивый не написал, что Йори приехал в Найт-Сити. Он последний сын Сабура Арасаки и главный наследник. Ему должна перейти вся корпорация. И что? Арасака-младший приехал в Найт-Сити, чтобы захватить власть? Мало кто в Найт-Сити знает, какие на самом деле планы у семьи Арасака. А ты как раз знаешь. Ладно, посмотрим, что у тебя за... Хотя, наверное, у Юринобу армия охранников. У каждого из таких шишек своя армия по вызову. К отелю, наверное, вообще не подступиться. Фишка в том, что у Юринобу нет никакой охраны. Совсем. Причем уже давно. Ха, это почему? Знаешь поговорку про разведку Арасаки? Когда ты чихаешь в Найт-Сити, в Токио опадает цветок сакуры. Юринобу уверен, что охранники постоянно доносили на него отцу. То есть мы крадем даже не у корпорации, а у самого Юринобу Арасаки? Юринобу марионетка. Все его влияние пошло коту под хвост, когда он поссорился с отцом. Сабура уже много лет крепко держит его за яйца. И вполне может их оторвать, как только поймет, что сын опять принялся за свое. Ну ладно, если у тебя в рукаве есть какой-то туз, самое время его вынуть. А теперь держись крепче. Начинается самое интересное. Юринобу сам вынес чип из лаборатории Арасаки и договорился продать его сетевому дозору. Уже понял, что у меня за туз? Или надо разжевать? И какие у них с Юринобу условия сделки? Неважно. Сосредоточься на биочипе. Что могут предложить бравые солдаты киберпространства? Тайны его врагов? Это тебя вообще не должно волновать. Твоя задача – устроить так, чтобы сделка не состоялась. Погоди, дозор вроде держит нейтралитет. Дозор занимается безопасностью корпораций, и корпы за это платят бешеные миллионы. Однако, это не отменяет того, что в наше время святых нет. Все хотят урвать побольше. Чтобы выиграть, надо идти ва-банк. Значит, чип лежит без охраны, потому что Юринобу вынес его без спроса. Где он тогда его держит? Скорее всего, в контейнере, где воссоздана органическая нейронная среда. Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат. Окей, где он? Скоро сам увидишь, если, конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Арасака. Что еще ты знаешь про Юринобу? Довольно много. Он изучал биотехнологии и финансы в Токио. Скорее всего, не по своей воле. Сабура готовил его себе в преемники. Потом сыночек вдруг стал самостоятельным и на несколько лет ушел из корпорации. В итоге блудный сын вернулся в семью, но осадок остался. Но это с одной стороны. Есть и другая.
Это умный парень, у которого свой собственный взгляд на мир и свои планы на Арасаку. Может, он просто захотел власти? Очередной корпорат, которому лишь бы дорваться до власти. Ты хоть когда-нибудь задумывался, как живется сыну императора? У тебя есть все, и при этом ты никто. По крайней мере, пока ты в тени великого Сабура Арасаки. Согласись, неприятное чувство. Оно делает его беззащитным. И ты собираешься это использовать? И еще один вопрос. Что за данные на этом чипе? Это не важно. Вообще. Мы говорим о данных, которые Юринобу спер у Арасаки и хочет передать Дозору. Это не может быть неважно. Послушай, Ви, чип нужен мне. Тебе нужны деньги. Давай исходить из этого. Ты выполняешь задание, я перевожу на твой счет кучу денег. Окей, что теперь? Теперь самое интересное. Пойдем. У тебя будет возможность распланировать операцию по брейн-дансу из Кампеки Плаза. Зачем мне брейн-данс? Тут нужны факты, а не ощущения. Думаешь, по брейну можно только дрочить в кабинках на цифровые сиськи? Вовсе нет. Брейн-данс позволяет анализировать детали. Нюансы, недоступные зрению, даже прокачанному. Тебе это пригодится. А что на этой записи? Апартаменты Юринобу. Изнутри, в подробностях. Тебе надо будет найти чип. Надеюсь, запись для этого достаточно подробная. Стой, это ты записала материал? Ага. Через видеоимплант. А что такое? Если на записи квартиры Юринобу, значит, ты там была. Вы с ним знакомы? Как иначе я бы туда попала, по-твоему? Знакомы. И очень хорошо. Мы бизнес-партнеры. Сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. Покажи мне брейн-данс. Сейчас Джуди все покажет. Она сама из Шельм. Мы с ней знакомы не первый год. Ви, один важный момент. Джуди мне помогала не раз и не два. Я ей доверяю. Но она одна из Шельм. То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей. Поэтому я очень надеюсь, что ты будешь хорошим мальчиком, который держит язык за зубами. Расслабься. Я не идиот. Я понимаю, с кем и как надо себя вести. О, привет. Это Ви. Он за материалом. Ви, это Джуди, лучший монтажер брейн-данса, которого я знаю. О, не начинай. Меня сейчас стошнит. Впечатляющая аппаратура. Это все для обработки брейн-данса? Ага. Усилители сенсорных сигналов, индикаторы эмоциональных акустических волн, трансляторы мимики. Джуди. Ладно, ладно. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь, как она тебе? Ну, еще сыровато, конечно, но сойдет. Самое главное, чтобы Ви мог туда попасть. Ну да. Откалибруем под него. Ну, нам с Чпок-стрита еще и не такое присылали. С этим как-нибудь уж справлюсь. Ну, тогда чего? Запускаем Ви. Пусть там осмотрится как следует. Давай. Ты готов? Уже бывал в сыром брейне? Как-нибудь справлюсь. Давай начинать. Не вопрос. Ну, садись, располагайся и приступим. Сначала создам твой сенсорный профиль. Окей, поехали.
Надеюсь, больно не будет. Нет, не в этот раз. Так, сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалывать. Угу. Окей, теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана, как будто ты окулист. И много у тебя таких заказов? Дофига. Обычно это материал девочек из клуба. Я просто, считаю, обрабатываю порнографию. Усиливаешь оргазмы? Скорее вырезаю все остальное. Для них же секс — это работа. Думают они о другом. Как платить кредит, что дарить мужу, из чего ужин готовить. Но даже там можно кое-что изменить, подкрутить и превратить эмоции во что-то незабываемое. Так что работа творческая, и я не жалуюсь. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепторы. Ну все, готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Так-так, что бы тебе тут? А нельзя его закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Так, а пропустить обучение? Это будет быстро. Погружение через 3, 2, 1. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем Брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Всем лежать! На землю! Целуем пол! Живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Сейчас голову тебе нахуй отстрелю! Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только, чтобы лысого погонять. Так, чего? Смотрим запись Евы? Не знаю. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Короче, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно. Ладно. Сейчас подключу тебак и можем начинать. Воу-воу-воу, кого? Раннера из моей команды. Она спец по безопасности, будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то, проблема. Нет, мы так не договаривались. Расслабься, Джуди. Все будет хорошо. Ты просто не понимаешь, как я рискую. Мало того, что надо копаться в этой записи, так еще и вас туда пускать. А что ты хотела? Мы все рискуем. Или тебак подключается, или я ухожу. Джуди, прошу. Хорошо. Звони. Чего тянуть-то? Привет, Вер, что такое? Бак, слушай, у меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейн Данс. Кампеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Да неважно. Не обращай внимания. Мне нужна помощь. Надо понять, куда смотреть на записи. Поняла, я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Есть, захожу. Сейчас отправлю запрос. Получил? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юринобу держит чип.
только вот. Угу. У сигнализации новая прошивка. Но птички на бордах начирикали, что она дырявая, как решето. Я сгенерю ключи с поддельными сигнатурами. Ничего себе тут камеры. Датчики движения, теплодетекторы, система свой-чужой. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. Не все просканировал, подожди. Я сказал нет. Меня же за это убил. Значит, вы не направо идем. Слышу гудение. Вентиляторы, кондиционер или серверы. Надо же как-то управлять всей этой умной херней. Направо эти дела. Простите, располагайся. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, мой как отец – замученный безыдейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сабура – безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя ясно прибегать. Вот. Слышал? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. На сайте. Хайвел сухо лезет в ВСТ. Здесь мира выгоды. Селия выгоды. А вы едут. Мои нежу протагерин, то бишь, ну. Значит, погибнет за правое дело. Разлагайся, брат. Я забыл. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя... Вот эти документы. За 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чей должен храниться в определенном месте. Прости, пожалуйста. Работа. На каждом. Я даже еще не совсем потеряла терпение. Все в порядке? Нет. Одно. Все внимание. У нас остались конфеты. В прошлый раз с ними было хорошо. В тумбочке. В спальне. У меня есть идея. Я сейчас вернусь.
Это что-то было. Ага. Автоматические турели. Последняя модель сканеров. Все системы подключены к серверу. Отключи их. Снаружи? Без шансов. Надо сначала проверить, как они подключены к системе. Угу. Все их системы безопасности подключены к подсети отеля. Будет нужен болт, иначе систему не отключить. А без него никак? Не, по крайней мере, других идей у меня нет. В прошлый раз с ними было хорошо. Думаю, Алли. У меня есть идея, если... Вот это тебе понравится. Заряжен на предохранителе. Хорошо, что заметил. Не забудь об этой пушке во время налета. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да, иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где Юринобу держит биочип. Мистер Арасака что-то празднует. Думаешь, он туда положил чип? Ха, слишком низкая температура. Есть риск колебаний. Обычный холодильник. Температура не совпадает с указанной. Тут мы ничего не найдем. Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что и в документах. Значит, Юринобу точно держит кейс тут. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай редактор. Ну все. Нашел, что хотел? Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тибак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки брейн-дансов. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас, и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Нам нужен был этот брейн-данс, Джуди. Он практически сделал все за нас. Чувствую, этот брейн-данс нас угробит. Я серьезно. Если Арасака узнает про эту запись, вам конец. Мне конец. Джуди, перестань. Никто ничего не узнает. Эвелин, не ищи легких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Конечно. Давай поговорим через минуту. Все, пойдем. Вирус может спровоцировать полный атак кибернетики.
что думаешь? Так, и что теперь? Ви, поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. Хочешь кинуть нашего фиксера? Как знал, тут что-то не так. Декс просто посредник, при этом совершенно бесполезный. Эвелин, не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которое наемники соблюдают. Мы сделаем по уму. Неважно. Такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. Ты точно этого хочешь? Задай этот вопрос себе, а не мне. Чего тебе хочется больше? До конца жизни возиться с мусорщиками? Или за одну ночь стать легендой? Выбор за тобой. Нет. Декс дал мне шанс. Он мне доверяет. А теперь я даю тебе шанс. 50%. С такой суммой на счету на Декса можно забить. Нет, Эвелин. Дело не в деньгах. Я думала, ты наемник. Дело всегда в деньгах. Я не буду подставлять того, кто мне доверяет. Извини. Ладно, я ни о чем не спрашивала. Ви. Что? Надеюсь, ты так же удачлив, как и наивен. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти. Мне еще надо сказать пару слов. Как дела на фронтах, мистер Ви? Эта запись Эвелин из Кампеки стоила потраченного времени. Неплохо. Тибак мне уже звонила. Она разбирает материал. У меня все готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать биочип. Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. До свидания. Ну что, народ, короче, закончим на этой хорошей ноте. Мы с вами подготовились к великому ограблению. Давайте сохранимся сразу. Ну и что вам скажу? Завтра у нас будет, короче, с ним по Baldur's Gate продолжать проходить первый акт. В принципе, у нас там финал этого первого акта, и мы, короче, пойдем там освобождать гномов, еще одного загасим типа неприятного. Ну и, как я говорил, что мы воспользуемся адамантитовой кузней. Но это все завтра. Так что увидимся на следующем стриме. Пока.